что сейчас Скиф очень конкурентоспособный. Это видно из того, что как бы вот на каждой позиции как бы по 2-3 игрока такого, ну, хорошего уровня. Сегодня вот матч показывает, что у нас, ну, действительно появились очень мощные, хорошие игроки. Это и вратарь Лапицкий, очень такой прямо парень хороший. Ну и многие другие, и те, кто раньше играл, ребята, показывают хороший уровень. Конечно, хочется верить, что команда способна противостоять любому сопернику. И, в общем-то, сейчас вот противостояние с серебряным призером прошлогоднего чемпионата показывает именно это. По игре хочу сказать, что мы не заслужили поражение, 6 мячей. Нормально смотрелись до 50-й минуты, а потом Перми опытные защитники и такие простые легкие идеи с ними не прокатывают в нужный момент. И вот из-за этого мы не смогли показывать борьбу до последних минут и попробовать забрать очки у Перми.